Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва ЦСКА по плаванию и прыжкам в воду хорошо известна в Москве и за ее пределами. Армейские тренеры воспитали многих известных спортсменов, в частности, олимпийскую чемпионку по прыжкам в воду Елену Войцеховскую и двукратного призера Олимпийских игр Глеба Гальперина. Когда вот в школе готовится там большое количество там мастеров спорта международного класса, и тогда по приказу министра спорта отдается такое распоряжение, что за выдающиеся заслуги детской спортивной школы им присваивается такое звание школы Олимпийского резерва. В бассейне ЦСКА регулярно проводятся открытые первенства школы Олимпийского резерва по плаванию и прыжкам в воду. Во время таких соревнований специалисты могут в полной мере оценить степень мастерства и подготовленности юных спортсменов, выявить новые таланты. У нас в школе сейчас числится 46 спортсменов по прыжкам в воду. А общее количество в школе там 227 человек. То есть вот убрать, остальное у нас остаются там пловцы, ну, грубо так скажем, 180 человек примерно плавание. Но у нас большое количество вот занимается детей, обучаем плаванию. Вот у нас на данном этапе где-то порядка 900 человек обучаются плаванию в СОГах, спортивно-оздоровительных групп. Программы школы разработаны так, чтобы удовлетворить потребности каждого занимающегося. Мечтает ли он достичь олимпийских вершин или просто совершенствовать плавательные навыки? Задача школы состоит в том, чтобы занятия плаванием помогали поддерживать хорошую физическую форму, формировали здоровый образ жизни. Во-первых, это как бы такой вот вид спорта, особенно плавание, скажем, он жизненно необходимый, да, вещь. Как ходить нужно и так далее, так и плавать нужно. Поэтому все родители стремятся научить ребенка плавать, потому что после плавания он может научиться, тогда может идти в любой другой вид спорта. И с удовольствием берут и велосипедисты, и конькобежцы, ну, любой, гребли там и так далее. Много было таких случаев, когда, заканчивая плавать, они уходили там в другой вид спорта и занимались и достигали высоких результатов.